Приветики! С вами Лиз, и сегодня у нас на подходе новый симулятор под названием Factory Outlet Simulator. В переводе это будет симулятор заводского магазина, если точь-в-точь, но не совсем. Это симулятор фабрики, создания какой-либо вещи, одежды, чехлов, как я видела. И также напрямую мы будем заниматься поставками нашей продукции в какие-то магазины. И также мы будем иметь свой магазин и продавать свою продукцию. Так что, вот такие вот дела. Надевай наушники, приятного тебе просмотра, приятного аппетита и поехали. Так, да, я хочу начать новую игру. Вот. Создай свой знак. Нажми на знак над магазином и выбери цвет и бренд. Ага. Ага, мы непонятно где оказались, на побережье моря. Вау! Ну, конечно, не суперская вода 21 века, ладно, 24 года, но, знаешь, приятная, красивая. И волны такие прям, они очень реалистичные, они очень реалистичные. Я тебе скажу, это очень реалистичные. Я как фанат моря скажу тебе, что это очень реалистично. Но вот это вот белые либо отблески, либо пенка. Пенка невозможна. Пенка такая возможна только когда волны. Просто так она не будет. Значит, это типа отблески. Но это странно такие отблески иметь. Ладно, что-то я приколупалась к морю. Так, а ты кто такой, чувак? А что ты тут делаешь? Железная пуговица, дешевый замок, картон. Чего? Ты мне что, втюхиваешь какие-то пуговицы, замки и картонки? Эссенс, иди в баню. Господи, вот такое мне еще никто не втюхивал. Так еще за такие огромные бабосики. Так, Factory Outlet. Угу. Так, редактировать. Давай отредактируем. Цвет заголовка, цвет контура, цвет фона. Давай-ка цвет фона. Ого. Давай сделаем вот такой вот. Цвет света. Можно делать даже так. Цвет заголовка. Цвет контура. Угу. Ага. Высота. Пространство. Ага. Только, блин, прикол в том, что я бы хотела вот это беленьким сделать. Ну ладно, давай так сделаем. У нас будет Factory Outlet Милис. Давай как-то придумаем что-то. Милис. П. Милис. Вон. Милис Фэшн. Надеюсь, я даже правильно написала. Надеюсь на это. Все, отлично. Красиво. Милис Фэшн. Потрясающе. Так, включите свет. Фабрики, магазина фабрики. Так, сейчас. Ага, вот наша фабрика. Открыть. Оп. Что случилось? А, это магазин, это фабрика. О, класс. Так, дальше что мне надо? Купить лицензию. Компьютер, мой магазин. Хорошо, давай купим лицензию. Мой магазин, покупки, банк, бык. Мой магазин. Лицензия, счета сотрудника, оптовая торговля, дизайн, лицензия, ценник. Лицензия, forever. Forever. Смотреть детали. Я соглашаюсь купить лицензию на продукт. Это соглашение дает нам право производить и продавать этот продукт в игре. Классно сделано. Очень официально, мне нравится. Так, купите машину для производства. Компьютер. Покупки. Интерьер. Сырье, интерьер, расширение, кастомизация, машина. Интерьер. Купите предмет названия машина. 750 бачей. Класс. Подтвердить.
Отлично. Поместите машину на пол фабрики. Где? Какая маленькая машинка! Она нам будет производить футболочки! Ути-пути-пути, какая хорошая! Как ты поместилась в эту коробку? Я хочу такое же втюхивание, не втюхиваемое. Я... производство. Господи, как туда это втюхнули? Я тоже хочу такое. Я хочу такую же сумочку. Капец. Покупки, цветная нить, белая ткань. Так, компьютер, покупки, цветная нить. Терьё, цветная нить, белая ткань. Цветная нить раз, белая ткань два. Подтвердить заказ. Выйти отсюда. А, подожди. А, мне забирать это не надо, я поняла. Хорошо. А, показать продукты. Производите футболки на машине. Forever белая футболка. А, по идее, вот это, да? Есть тут всякие дизайны, потом футболки, штаны, обувь. Давай производство. Слушай, я бы футболку такую в жизни не надела. Компьютер по покупке интерьера. Маленькая стойка для футболок. Так, покупки. Интерьер. Ого. Пластиковый манекен, ковер. Прожектора, стойка для обуви, лампа, кассовый аппарат, стойка для кофейных кружек, стойка для духов, гарнитуры, сумок, кепок, джинсов, обуви, футболок, смарт-часов, телефонов, кружев, кофейных кружек, знаков, духов, сумок, гарнитуры, бейсболок, смарт-часов, спроектированная стойка для футболок. Господи, вы чё? Вы чё? Чего? Купите стойку для футболок. Ну, а в чем проблема? В чем проблема? Купите стойку для футболок. Компьютер. Покупки. Интерьер. X. Маленькая стойка для футболок. А это для брюк. Поэтому нам нужно для футболок. Ты чё тупишь? Чё ты тупишь? Поместите стойку для футболок в секцию магазина. Давай-ка. Так. Давай. Так, хорошо. Теперь я могу подобрать и могу это выставить. Ага, 5 штук. Создайте и сохраните свой собственный дизайн футболки. Так, уронить. Мой компьютер, мой магазин, дизайн. Мой компьютер, мой магазин, дизайн. Назовите ваш дизайн, сохраните его. Непрозрачность кисти. Размер кисти. А может краска просто? Я просто закрашу это все дело. Изображение, текст, кошечки. Не-не-не, давай что-то нормальное. Ты чего можно здесь нормальное сделать, да? Моими-то руками. Так, ну цвет явно нежный. Очень мне нравится. Так. Ага, никого там нет. Хорошо. Так, изображение. Логотипчики. Так. Так, так, так. Ага, так, хорошо, поехали. Видишь, оно не прищелкивается, надо вручную. Так, ну давай выбирать. Давай выбирать. Like a boss. Like a boss. Было бы вот это неплохо смотрелось, я думаю.
что-то не хочу, что-то хочу поярче. О, прикольный. О, это моё, панда, класс. Не обращай внимания, все хорошо. Единорог, какой он страшный. Впервые вижу реально страшного единорога. Блин, здесь реально прикольные эти эмблемочки, логотипы. Мне кажется даже, что они сами создавали их. Так, окей, давай что-то там выберем. Там были неплохие вариантики. Ой, я мотаю обратно, и как будто что-то новое попадается. Это как вообще понимать? Давай панду. Не, ну панда будет что-то... Нет, 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 давай что-то другое. О, давай волчонка. Нет. Это что? О, давай-ка. Не знаю, что там за грязь. Стоп, а как вернуть это все назад? А как шаг назад сделать? Если мне это не нравится. А как сделать шаг назад? Мол, это мне не понравилось. Никак. Ну как так? Почему я не могу? Окей. Сохранит. Лев. Давай назовем лев. Тут он только английский. Давай лев. Так, отлично. Мой дизайн сохранен. Купите сырье для вашего дизайна. Покупки. Цветная нить, по идее. Так, сырье. Цветная нить. Цветная ткань. Цветная ткань. Продвинутая бумага для выкроек. Продвинутая бумага для выкроек. Пить. Так. Показать продукты, дизайн, производство. О, какие они красивые! Так, компьютер, мой магазин, ценник. Давай-ка. А, компьютер, мой магазин, ценник. Дизайн. Текущая цена 4,50, средняя цена. А летняя... А, тут можно даже распродажи делать. Господи, как это классно. Это я понимаю, продумано все. Где-то вот так вот сделаем. Текущая цена. 5. Forever White 2,50. 2,90. 2,90. 2,90. Вот это просто... Ну, знаешь, игра очень качественно сделана. Все эти моменты мне очень нравятся. Реально, одни прям хорошо постарались. Я прям... отдаю уважение свое. Это просто классно. Это реально классно. Вы можете разместить на этой футболке только лицензионные футболки. Где мне разместить мои футболочки? А где мне мои футболочки разместить? А-а-а. Вот по одной, видишь, только могу размещать? Ну, ладно. Так, хорошо, теперь открываем магазин. Open.
Open. Ой, человек, на кассе снимите защитные метки и возьмите деньги. Удалить защитный знак. Взять. Итого 2.90. Спасибо. Примите оптовый заказ. Компьютер, мой магазин, оптовая продажа. Мой магазин, оптовая торговля. Здесь поступают заказы со всего мира. Вы можете выбрать наиболее подходящий для вас. Так, предложение. Прибыль от доставки. Прибыль от задержки доставки. Стоимость 87. Детали. Нужно Forever красных 70 штук. Время доставки 46 минут. Загрузка морского сделка. Так, давай сделаем это. Нам нужно 70 красных футболок. Хорошо. Теперь нам нужно заказать это все. Я не знаю, сколько мне ниток нужно. Пластиковая цветная нить. Стоя, как мне сделать ее? Что мне надо для этого? Обычная. Мне нужна цветная нить и цветная ткань. Цветная нить, цветная ткань. Цветная нить. У меня просто время. Ладно. Блин, как далеко идти, вы чего гоните? У меня аж машина была сзади. У меня сзади была машина. У меня сзади была машина. У меня сзади машина была. Но уже поздно. Уже поздно. Так, получается, сюда я буду ходить и отправлять заказы. Вот. Все, окей, спасибо. Мы сюда пришли, чтобы посмотреть, как выглядит порт. Сюда надо будет привезти тогда на машине наши заказы. Нужно 70 футболок красных. Получается, если 10 штук, это по одной нитке, по одной цветной ткани, значит, мне нужно по 7 штучек закупить. Каждую цветная нить 7 и цветная ткань 7. Ого, сколько у меня там покупателей. А я успею еще все сделать? О, прикольная вывеска, мне нравится. Подождите, ребят, подождите. Мне надо срочно сделать покупки. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И цветная ткань. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Подтвердить заказ. Я его подтвердила. У меня недостаточно... У меня денег нет. Удалить защитный знак. Взять. Итого 5. Сдача. Взято 100. Итого 5, 10. Сдача 94. Сдача 7. Так, сейчас. Сейчас вот это вот надо повесить все. Оп. Так. Денежки. Сколько? 44. Угу. Угу. Так, раз, два, три, четыре. Так, 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 так. Ага, спасибо. Отлично. Давай денежку. Сколько?
Итого 13-10. Спасибо. Так. Я что могу здесь заказать? Мне нужно 87. Ладно, давай вот так вот поменьше сделаю. Так, цветная нить. Раз. Угу. Угу, денежки. А с вас 2,90. Так. Подожди, подожди. Так. Очень интересно и очень как бы сейчас непривычно в этом плане. Какой большой ты мужчина. У меня 40 минут, чтобы выполнить заказ. Кстати, прикольно, что он на время дается. А не на постоянку. Мне теперь интересно, а сколько можно цену ставить максимально? Мне не нравится этот декор. Ой. Так, мой магазин, ценник. Давай. Так. Дизайн. Продвинутая бумага для выкроек. Ладно, это... ладно, вот это. А Финблу не нашел. Блин. Я вообще могу сколько угодно ценник, ну, выворачивать или как? Я не пойму. Хорошо, вот это куда мне деть? На помойку? Бросить. Отлично. Пять. 40. Не нашел продукт. Окей. Окей, ща все будет, ребят. Подождите, просто для меня все в новинку. Я первый день здесь работаю. Со своим же производством. Первый день. Так, мне нужно... Что там? Так, что мне надо? Еще мне надо найти белую ткань. Мне нужна белая ткань. И для выкроек. Белая ткань. Раз. И для выкроек. Тяжелая штучка такая. Вот, вот это вот. Это... Вот это надо вынести. Так. Ага. Теперь мне надо вот это забрать. Это у нас надо разместить. Угу. Так. Вот это мне нужно раз. Мне достаточно цветная нить. Цветной нити нет. Раз. Потом надо произвести красную. Так, нажмите Z, чтобы перейти к утру. А у меня же время закончится, нет? У меня время не закончится? Нет, у меня время не закончилось. Отлично. Все, теперь утро. О, пошли люди, пошли, пошли, пошли. Давай я ценники подниму, я не знаю просто. Мой магазин. Индия. Или я могу по максимуму просто выставлять? Просто не понимаю в этом плане. Я еще не знаю. Я новенькая. Не, ну мои футболки просто потрясно. Так, давай теперь красную произведем. Цветная ткань. Цветная ткань. Цветная ткань. Цветная ткань. Цветная ткань.
Я же заказала. А, 7.50. Блин, ладно. Надо работать, походу. Надо, походу, работать, чтобы деньги иметь. Окей, ладно. Я думала, оно все так появится. Окей. Поехали. Так. Ревер. Ага. 3.30. Не, ну сегодня мы должны выполнить этот заказ. Здесь недостаточно примерочных. Да нет у меня здесь примерочных. Денег у меня нету. Дальше 47. 5, 6, 7, 10. Фига ты ездишь по полу. Прикольно. Вот и первый баг нашли. Интересный момент. Так, давай-ка купим. И на производство сразу отправим. Моя футболочка понравилась. Ну, конечно, как такая не понравится? Это уж точно. Так, 20. Угу. Так, подобрать. Я бы вот сюда в машинку. Разместить. Так, один есть. Так, цветная нить. Две штучки. И этого две штучки. Не хватает. Ладно. Угу. Так, 3, 10. На цену они не ругаются. То есть я могу по максимуму выставить ценники, что ли? Давай посмотрим. Я по максимуму могу сделать ценники. Ценник. Лицензия, типа, ну... Так вот. Ну, а чё нет? Слушай, ну почему бы и нет? Ой. Так, 6 долларов. Мне не нравится этот декор. Какой? Нет, тут нет никаких декораций. Денежки. Угу, 6. Спасибо за покупку. Приходите еще. Здравствуйте. Берите. Угу. Спасибо. Спасибо. До свидания. Приходите еще. И не нашел продукт. У меня такого нету. Так. До свидания. До свидания. Будем рады вас видеть снова. Здравствуйте. Угу. Хороший выбор. Хороший. Ее сейчас больше всего берут. Это писк сезона. Писк. 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 Так, раз, два, три. Раз, два, три. Так, давай-ка раз. Производство пусть готовится. Угу. Так, что, нужно 6 долларов дать сдачу? Здравствуйте. Угу. Так, 4. Раз, 4. Так, у меня здесь производство. Так, 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 поехали. Итого, это вторая. Дальше, давай, третья. Третий десяток пошел. Денежки, карта. С вас 10 долларов. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Да-да-да. Ага, видите, как я быстро уже натренировалась. Руку набила. В этом недостаточно кассовых аппаратов. Ну, простите, я стараюсь как могу. Так, надо сдачу дать 40. 42. Угу, угу. Угу. Спасибо, какие вы пластиковые. Ужас. Как будто из фильмов ужасов сбежали. Ох, здравствуйте, мужчина, здравствуйте. Да, хороший выбор, хороший. Больше берут, на самом деле, как будто моих футболок. Так, надо еще мои футболочки довесить. Так, красивые мои, красивые. Да какие красивые футболочки. Так, надо теперь это дело вот. Он что, сломался? Да как вообще? Так, 30 у меня всего. Даже не половина. Починить. Ага, все, окей. Так, давай еще одно производство. Так, давай-ка я закажу еще. Цветная нить. Цветная ткань. 37. Так.
разместить. Так, заказать. Если мы сейчас просто начнем день, у нас начнется ажиотаж, обычно, как обычно, с покупателями. Но у нас сейчас идет время на заказ оптовый, это раз. И во-вторых, нам еще надо эту одежду произвести, чтобы была в магазине. Сколько тут? Так, раз, два, три, четыре, пять. Еще 20. Так, вот это еще последняя партия. Так, еще последнюю партию надо. Давай, 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 давай. Давай. Все? Отлично. Вот, как обычно, мы по ночам работаем. Так, что мы можем? Мне нужна цветная ткань, белая ткань, 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 белая нить, цветная нить. Заказать. Не хватит чего-то. Окей. Давай вот так вот сделаем. И сейчас я это производство свою налажу. Туда нажала. Так, поехали. Все, поехали. Я скоро вернусь, мой дорогой магазинчик. О, ничего себе. Ого. Машинка-то как-то, ну, прям вообще ездит. Круто. О, Миллис Фэшн. Кайф. Ой, ой-ой-ой. Оп. Так, выйти из машины. Сейчас, стой, я в море ее скину. Ой, напиши реально в комментариях, во-первых, как тебе игрушка, и может попробуем реально машину в море скинуть. Мне будет очень интересно. Так, подобрать, уронить. Подобрать, разместить. Подобрать. Разместить. Подобрать. Разместить. А это что? Я не знаю, кстати. Может, для меня сделано специально. Как? Все, прибыль. $312. Охренеть. Мы всего потратили на производство, получается, ну, максимум $8. Там 70 с чем-то. И посмотри, в каком мы огромном плюсе. Офигеть. Оп. У меня права не имеются. У меня не имеются права. Так что все окей. А, у меня магазин уже должен был открыться, да? Окей. У меня там уже люди стоят. Мне уже люди стоят, представляешь? Я просто магазин не закрыла, у меня уже люди стоят. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Я тут просто товар отвозила. Угу, так. Ну, вот вы здесь покупаете за $6, а я продаю, можно сказать, за 30 отправляю. Так что, ребят, вам тут вообще класс, зашибись. Так, 90. Так, опять. Вот это тогда заберу. Кажется, мне пора нанять кассира. Кажется, мне пора нанять кассира. Так, цветная нить. Цветная нить. Я теперь могу об этом не беспокоиться. Я все закупила. Так, мне надо синяя. Пусть пока производится. Так. Угу. Так, $10 с вас. Сейчас, ребят, подождите, подождите. Оп. Надо раскинуть это дело. Оп. Отличненько. Так, хорошо, пусть там стоит. Тик. Важный мужчина, я тебе должна $16, да? Иди, все, иди.
Угу. Милис Фэшн, надо пакетики получше как-то сделать, что-то не очень. Угу. Ой. 10. Так, хорошо. Тогда давай посмотрим, что здесь. Так, дизайн, производство. А тут можно смотреть, что происходит. Так, $8. Всё? Одна футболочка. А жаль, там такие классные футболочки, все ваших размеров. Надо примерочную купить. Надо купить примерочную. Надо купить примерочную. Оп. Угу. 10. Так, что я могу реально здесь купить? Давай посмотрим. Хотя, слушай, смысл. Давай сейчас закроемся, потом будем покупать. Давай сможем как можно больше покупателей, так сказать, отпустить. Видишь, они прям быстренько выбирают это все дело. Угу. Так, 4, поехали. Неудобно просто на Е кнопку вот это вот все обычно делать. Удобнее было бы на обычную левую кнопку мыши. А то деньги ты левой кнопкой мыши отпускаешь на пробел, если что, если это наличка. Эти этикеточки убираешь Е-буквой. Берешь карту Е-буквой. Короче, капец. $96, ё-моё. Кстати, я так понимаю, здесь почти можно не будет не пропускать ночь. Ночью можно делать заказы по производству. И тем самым деньги зарабатывать. Прям. Нормальные денежки. Отлично, хороший выбор. Я бы такой же сделала. Так, $6. Все. Все, давай купим что-то для магазинчика. Мой магазин. Оптовые сотрудники можно будет нанимать. Пополняющие запасы фабрики, механик, кассир. $300, кассир! Я в день зарабатываю $300. Ладно. Оптимизация. Примерочная. $1200. $300. Какой-то декоративный куст? Вы серьезно? Е-мое. Ладно, давай-ка на этом моменте приостановимся и продолжим играть уже в следующей серии. Так что спасибо тебе за просмотр, за твой лайкосик и комментарий. Нажми на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. Все, всем пока-пока.